Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на микроволновую печь горения MO20A3X. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании к видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Удобно и информативно. Элегантный и наглядный цифровой дисплей позволяет полностью контролировать процесс приготовления в соответствии с выбранными функциями. На дисплее отображается время, оставшееся до конца программы, и выбранный режим нагрева. Очистка Aqua Clean – автоматическая очистка без бытовой химии. Налейте воду в миску, пригодную для микроволнового приготовления, поставьте в печь и включите программу Aqua Clean. Пар размягчит загрязнение на стенках камеры. После завершения программы протрите стенки влажной тканью. Блокировка от детей. Микроволновую печь можно заблокировать для предотвращения случайного включения. Очистка одним движением руки. Очистка гладкой ровной поверхности рабочей камеры не требует особых усилий. Все, что вам понадобится, это влажная тряпка. Микроволны для быстрого приготовления. Микроволны являются разновидностью электромагнитного излучения и вызывают вибрацию молекул воды, содержащейся в продуктах. В результате трения молекул образуется тепло, благодаря которому продукты оттаивают, подогреваются и готовятся. Для микроволнового приготовления требуется меньше времени, чем для традиционного, так как микроволны быстро проникают в пищу со всех сторон. Безопасность прежде всего. Защитный выключатель обеспечивает совершенно безопасное пользование микроволновой печью. Он автоматически прерывает работу, если дверца печи открыта. Полезная функция для подогрева блюд. Вы непременно оцените быстрый старт, когда с нетерпением будете ждать свой обед. Ведь функция позволяет быстро подогреть пищу всего лишь нажатием на кнопку. Раз-два шоколад. Эта программа медленно растапливает шоколад и сливочное масло при постоянной температуре, не давая им подгореть. Отложенный старт работы. С этой удобной функцией можно запрограммировать старт работы микроволновки на более позднее время. Свежеприготовленное блюдо будет ждать вас к нужному времени. Сохраняет вкус блюда для запоздавших гостей. Программа подогрева поддерживает постоянную температуру приготовления блюд, пока не придет время подачи на стол. Для профессиональной подачи блюда еще одна автоматическая программа «Подогрев посуды» подогревает тарелки, чтобы подаваемые на них блюда дольше сохраняли свой вкус и аромат. Таймер обратного отсчета. Все микроволновые печи горения позволяют задать продолжительность работы от 30 до 60 минут, в зависимости от модели. Дисплей показывает время, оставшееся до конца приготовления. Экономия энергии. Если вас долго нет дома или вы просто заботитесь о природе, включите режим энергосбережения, при котором дисплей выключен. Вы можете сэкономить до 40% энергии в режиме ожидания. Регулировка громкости звукового сигнала. Настройте громкость звуковых сигналов по своему желанию. Если вам необходима тишина, когда спит ребенок, а вы собираетесь включить микроволновку, просто отключите звуковой сигнал и включите снова позже. Отличные блюда за 2 или 3 шага. Вы можете разделить приготовление на несколько этапов и запрограммировать для каждого свои параметры приготовления. Например, для шага 1 можно выбрать больше микроволн, чем гриля, для шага 2 наоборот, а для шага 3 установить только гриль, чтобы запечь блюдо до золотистой корочки или любую другую функцию, имеющуюся в этой модели. В пошаговом режиме микроволновая печь автоматически включает шаги друг за другом, поэтому вам не нужно делать это вручную. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел несколько отрицательных. Маркая поверхность дверцы. Отслаивается покрытие. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Компактная, вместительная, красивый дизайн, греет еду, а не посуду, мощная, есть быстрый старт, удобное, интуитивно понятное управление, шаг времени 10 секунд, звуки можно отключить. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!